Москва, 22 июня, РИА Новости. Предвыборный штаб депутата Госдумы Михаила Дегтярева, выдвинутого на пост мэра Москвы от ЛДПР, планирует собрать необходимое количество подписей для выдвижения в течение 1,5-2 недель, сообщил РИА Новости глава предвыборного штаба, депутат ГД Борис Чернышов. Ранее ЛДПР на внеочередной отчетно-выборной конференции Московского городского отделения партии выдвинула Дегтярева кандидатом на пост мэра столицы. В четверг он подал документы в Московскую городскую избирательную комиссию. «Мы собрали весь комплект документов и уже готовы к началу работы с муниципальными депутатами. Были проведены встречи не только с депутатами от ЛДПР, но еще и с представителями от других партий, независимыми депутатами. Уже сейчас порядка 50 человек заявило о готовности в ближайшее время поставить свои подписи. Это по итогам первой встречи с кандидатом. Будут еще встречи с муниципальными депутатами. Я уверен, что буквально в течение 1,5-2 недель у нас будет необходимое количество подписей, и мы сможем начать уже наиболее активную фазу агитационной работы», — сказал Чернышов. Для регистрации кандидатом в мэры до 3 июля нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов для преодоления так называемого муниципального фильтра. Кроме того, самовыдвиженцы должны предоставить 36 081 подпись избирателей. Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Мосгоризбирком 4 июня начал прием документов для выдвижения кандидатов. Документы для регистрации кандидатами уже подали глава Таганского района Илья Свиридов от партии «Справедливая Россия», экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, глава крестьянского хозяйства, бизнесмен Герман Стерлигов, глава столичного муниципального округа Красносельский Илья Яшин, лидер группы «Коррозия металла» Сергей Паук-Троицкий, российский журналист Антон Красовский, председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, депутат Мосгордумы Михаил Балакин, временно безработный Владислав Бузаров, а также председатель партии «Альянс зеленых» Александр Закандырин. Свою кандидатуру выдвинул и действующий мэр Сергей Собянин, который намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец.